Всем привет. Так, у нас уже гости, да. Стол накрыт. Сейчас вам покажу, что я приготовила. Привет. Все, гости переживают. Рену поставили салат на место, я еще видео не сняла. Уже все кушать хотят. Наша такой стол хороший. Я знаю, Паша сильно любит селедку под шубой. Все, так, гости в сборе. Все, все садимся, присаживаемся, угощаемся. Все горяченькое, с пылу, с жару. Едим. Коля, грибочки сама мариную. Не магазинные. Попробуй, София. Обалденные. Спасибо. Ну что, или хочешь команда бой? Так, наливайте их, ничего. Он с ночи еще не спал. Поздравляю, Женечка. Я вот так. Давай, раз. Слушайте внимательно. Громче. Поздравляю тебя с твоим 18-летним браком. Вот. Желаю тебе всего самого хорошего, любви тебе, счастья. Да. Вот. Любви к тебе? Да. Ты что, не подготовился? Я вообще не подготовился. Не могу. В этом случае, говорю, люблю тебя с днем рождения. Говори, какая ты умница, хозяйка у меня, я тебя люблю. Да, все, совершенно верно. Жить без тебя не могу. Не жениться предлагает. Поздравляю, это ты. Да. Без тебя не могу. Все. Спасибо, Женечка, спасибо, давайте. Да, все. С днем рождения, давайте. Главное, чтобы нас этот YouTube не забанил. Да, я, а мы сейчас отвернем. Что за собрание? Не больше 6 человек. Не собираться, да? Все, здравствуйте. Так, Луизочке передаем привет, да? Да. Все. Особенный подписчицы моей, да. Тане, Ире, всем. Всем. По всем странам. А мы тут сидим, отмечаем. Давай. Кум Паша, поздравляю. Ты подготовился сегодня? Нет. Нет, тоже не подготовился. Давай, дядя Коля подготовился. Не, он Паша подготовился. Давай. Не, правда, не готовлюсь. Ну ты всегда чистого сердца. Давай, поздравляй. Могу подготовиться, а потом... Забыть слова, да? Перебор. Давай, импровизация. Поэтому, Натали, поздравляю тебя с днем рождения от нашей семьи. Поздравляю тебя с днем рождения. Счастья. Здоровья. Спасибо. А вообще-то не главное. Самое главное, чтобы муж любил, чтобы ребенок рос, радовал, чтобы подписчиков было много. Ой, спасибо. Просмотров было еще больше. Да. А то мы подписчиков желаем много-много. А София, они прут и прут. Кстати, спасибо большое всем за подписку. Я ж откуда? Ты же рассказала, что надо больше просмотров. Не в один день несколько человек. Поэтому... Да, а вообще да. Самое еще, самое главное. А что ты тогда в центре? Оставайся такой же молодой, красивой, никого не слушай. Хорошо. Делай так, как ты считаешь нужным. Спасибо. И все тогда наладится, и все будет хорошо. Молодец. Молодец. Днем рождения. Ура! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Митя, тебя не звали. Митя, нормально. Там, где льется, там и пьется, да? Да. А у них любовь, любовь. По силу он делает. Она не знает, для кого прислать. Просто думает, сейчас я жертву найду. Спасибо. Митя, это какая-то странная. Ты и к девочкам, и к мальчикам. Она любит всех. Она у нас добрая девочка, да? Нельзя лапу на стул. Что делаешь? Митя, на стул. Ламбре помада, только накрасила губы. Я ж накрасить их не могу на работу. Постоянно в наморднике в этом. Ты мне что, зажимать или что? Ой, она любит все помады. Я только приду. Она...
Разошел. Ты снимаешь, что ли? Да, уже начал, только включила. Наташа, я желаю тебе, чтобы все твои мысли материализовались. Ой, это хорошо. Вот только ты подумала, открываешь шкаф, висит. Только ты подумала, выглядываешь, под окном стоит. А рядом стоит. Сегодня стоит, а там стоит. Сегодня так и будет. Только ты подумала, открываешь кошелек, уже лежит. Поэтому... Все мечты должны материализоваться. Спасибо. В любой форме, видишь, лежачий, стоячий. Да. Конечно. Висячий. Висячий. Ну, так получается три измерения. Ну, да, ты поняла, да. Так, главное, чтобы оно то вселенная не перепутала. Висячая, состоячая. Да, сломалась. Лена, ты только не перепутала. Что? Поздравляем, да. Поздравляем. Наташа. Желаю быть тебе счастливой, успешной, стильной и красивой. О, будь позитивной, креативной, еще спортивной и активной. Не знать проблем, не знать невзгод. Идти уверенно вперед, чтоб в суете бегущих дней все было только на окей. Ой, спасибо большое. Давай, София, ты присоединяешься? Наташа, от нашей семьи. Давайте. А знаете, у нас как получается? Видео получится. Только одно поздравление с днем рождения. И все. Каждый раз разный человек. А сегодня будем? Танцевать можем и танцевать. Свою музыку подставим, будем танцевать. Микки, не прыгай, садись. Садись. Микки прическу переделали, потому что... Микуся, давай целоваться. Ты миленький, ты моя девочка любимая, ты сонная, уши за... Да, ее надо подстрелять, ты же уши лохмачи такие. Ну, такое доброе. Ну, так бывает, такая вот прям нежная. А бывает, конечно, чудит. О, ну, как чудит, она балуется, любит играть. Дома она... Наташа привыкла Микки гадить, как хвост, раз и захватывает. Нет, я так не делаю. Ты не замечаешь этого на видео, пересмотри. Ты прям ее гладишь, вот так по хвосту ведешь. Да? И она приходит на нашу кошку, а нашей кошке переломанный хвост. А, она мяу, мелко, да. Ну, больно ей было, да. Мама. А, ты мне холодное сердце, принцесса. А мне нравилось раньше. Холодное сердце. День рождения. Что ты хотела? Вот этот листик с тетрадки. Или в линии. Еще и весь или в клетке. Пушерный и пятна, он же на карту да? Дня рождения стандартный. И он такой уже... Показывая свой тортик, который я готовила сама. Девчонки, простите, видео не показала. Потому что готовила уже поздно ночью, монтировала новое видео. Не получилось у меня. В общем, готовила я Наполеон. В следующий раз обязательно вам покажу, как я его готовила. Так, девчонки уже, детки хотят у нас тортик. Ой, у меня агенький, глянь, София. А, ты снимаешь, что ли? Да, я снимаю, сейчас торт сниму. Я в новом костюме сейчас покажу подарки свои. Ну, это и видео рассказывает, да. И Венеция сейчас вся в работе, видишь, она там снимает. Нет, я показываю. Ну, да. Нет, вот и такой тортик. Работает. Наполеон. Вышло у меня, я пекла 14 коржей. Давайте, Наташа, два коржа я посыпала, ну, на присыпочку ушло. Потом в следующий раз с вами обязательно приготовим. Натали. Все, мы с вами. Видите, рюмки, никакого этого. Рюмку дали в руки, все, поставить нельзя. Да, это мне подарили. Ну, Оля Корнеш занялась этим делом, и меня поздравили с днем учителя, подарили. С днем рождения меня. Так. Вас то есть костюмом. Скупляли? А, София подарила. Один жених. Кого? Митки. А, еще тут есть Митки. Смотрите, он такой тепленький, красивенький. И там колбаса. Да София подарила. Один и Коля. София с Колей подарили. Да, да. От семьи Большевских. Это Женина родная тетка. А это Коля ее муж. Мясные. Еще же цветы надо поснимать. Букеты. Давай. Ой, букеты красивые. Сейчас покажу вам. У них, конечно.
Возбери, так, букетики пробуй, покажу. Я тебе расскажу. Красивый такой букет, вот, коробочки. Вот, 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 это от Софии да, с Колей. Это мы только приехали. Да, мы там приезжали. Такая корзиночка. Красивая. Обалденная. Так, идем дальше. Все общаются. Он нас угощал. Сейчас еще покажу вам букетики. Это Женя мне подарил букет. Вот такой вот. Ты все уже отрезала? Да, отрезала, забирайте. Вот такой. Я с Андреем подарили 3 розочки. Я их убрала сюда на окошко, здесь прохладно. Так, Элла нам с Пашей подарили вот такую кофеварку. Будем варить кофе с вами по утрам. Так все громко разговаривают. Ну, я надеюсь, вы меня слышите. Так, брату и ты кумы, а это что вы подарили? Коробочка. Это Жене они что-то подарили. А, Мила еще что-то подарила. Это нам подарок Жене на двоих, потому что Жене 2 декабря день рождения. В общем, Элла с Пашей нам подарили на двоих кофеварочку. А Элла мне еще подарила, сейчас я вам покажу, что. Элла, я покажу, что ты мне еще подарила. Показывай. Сейчас я вам покажу. И померяем с вами. Поняли? Чалма. Эл, как, чалма называется, да? Салоха. А, салоха. Покажу, Элочка мне подарила. Видите? Салоха. Только не знаю, как ее правильно надевать. Женя. Подарками хвастаюсь. Так. Вот это надо было, конечно, срезать. Я еще не надевала. Ольга сделала. Так. Не, ну она сама по себе, она очень красиво красит. Вот. Не, она ей сделала. Во. А ну как? Ой, она такая тепленькая, такая классная. Не знаю, мне нравится, мне кажется, красиво. Красиво? Мне нравится. Очень широкая. Мне кажется, есть вообще такие узенькие, а есть широкие. Обалденная. Класс. Мне говорят, иди покажись. Иду. Не, классно, она теплющая, да. А что, видишь, я, правда, как? Цены не убрала? Ну, тут бирка висит. А я еще... надо я гляну. Наташа. Ля, Наташа, я даже не видела ценника-то. Ну, ничего, нормально. Нет, это же неправильное дело. Волосы как неправильно? Вот так вот выложить, вот сюда. Эл, ну и что это? Баба-яга, вот. Ты убрала. А, ну, о, супер. Назад чуть-чуть волосы. Супер. А нет, лучше вот так, пусть они там сзади будут, да? Да, вот так, да, хорошо. Вообще, тебе это она широкая, что... такая чепушая. Под ножку шубу классно. Да. Хорошо. Классно. И серьги надо кольцами. Хорошо. Золотые. Все угодили. Да, все угодили. Костюм красивый. Подарка, вот видите, я в нем и хожу, и хожу. И снимать не хочу. И снимать не хочу. Знаешь, София, в нем и не жарко, и не холодно. Вообще балдеть. А где они? Они дополнения. Ну, я не знаю, куда ты их делал. Это от Люды пахнет. Я не пойму, хожу, от кого-то так... Вот как запахнет, как запахнет. А у меня понюхал, у меня тоже духи хорошие. И у тебя хорошие, от Люды пахнет. Да, вот этот запах такой. А где они, София? Куда их положила? Я не знаю, у Анечки. Ой, у Софики. Не, я нормально вкусы. София, а где мои вот эти отсюда рукава? Я даже за это не подумала, ничего. Девочки, у вас такой запах в спальне, надо проветривать. Мама, нет. Вот сюда на кофточку еще надеваются вот такие, как не нитки. А куда их делать? Вот. А, вот они. Вот. Сейчас мы... А, оставь, я вот так поставлю камеру. Сейчас поставлю. Она не влезет. Каким он парнем был? Нет, не знаю. Смотрите, тут еще идут вот такие вот рукава. Сейчас я вам померяю. Костюм. Держите и листайте туда. Я понял. Я разберусь, соображу. Место для пальца. Вот так смотри, холодно. Раз, раз. Семейка ихняя.
И вот да, я так, видите? Давай. О, вот это подарок, и ни хрена себе. 182. О, с ума сойти. А ты можешь удалить, тут одни и те же, да? Нет, там разный ракурс, но это нам разные. Я понял. Не, ну, это Ася Интеллигент, это не мой. А, это не твой. Можно в костюме ходить вот так. Ну, вот они вещи, ну, очень много это. Не, ну, но здесь, смотрю, здесь я понял, где вы здесь находитесь. Можно длиннее. Ну, вы находитесь на этой... как это называется? Не это, а можно на третьей снимать? Называется это у нас это плотине. Третья плотина. Наташа, это как погнали. Да, да, вообще обалденно. А где у нас третья плотина? Красиво. Ну, туда вот так переливается, красиво. Нет, это вот стал точнее. Закладывай. Вот. А я думал, там тоже такое положение, как вот типа у вас. Красиво. А ну посмотрю, что здесь. Да? А что тебе нравится? Да, я да, рада. У Аси такая голубая. Ты а где вот она снялась, как возле ух, этого? Теплющая. Это же Ставок 5-6. Это карьер, да. А, это карьер. Где у Пухача с рынков нет? Карьер. Я себя не могу ни пуховик, ни сапоги. На Даманском. На Даманском. Вот это Настя, это вечный раз там не было. Понедельник, по пятницу до 18:00. У нее очень качественные вещи. У своей Аси очень богатые. Ой, волосы вообще. Она как волосы. Ну, это у меня такие были. Я с косой очень была. Ну, у нас у папы грива очень хорошая. Вот, смотри, гля, какие волосы. Малышки. Смотри, какие волосы. Да, да, он шикарно. Не-не-не, все, София давай. София нас веселит, давай. Розочек сняла пакетик и сделала так, чтобы вазочка стоит. Вот видите, не зря вазочку добилась. Да. Так Оля с Софией подарили такой букет, тоже красивый, да? А они досмотрят? Да. Микки, не трогай. Ой, красивая. Так, мы же не кушаем, да, Жень? У нас еще посуда моется, посудомойка моется, домывается. Еще стаканы, рюмочки надо руками помыть, в посудомойке не мою, потому что, ну, боюсь, чтобы не облез рисунок. Так, по поводу утки с айвой. Нам больше даже с яблоками понравилось, да? Да, что-то яблоки. Сейчас закрою. Больше предпочитаю. Ну, вот
Нейля только что, сестра моя приходила, я ее угощала, она кушала, ей понравилось. Ей понравилась айва. А мне кисловатая. Лучше, мне больше, да, на любителя с яблоками. Потом салат «Цезарь» мне не понравился. Вот я его сколько раз готовлю, мне все время вот не получается. Вот он какой-то не такой. Ну, в общем, не знаю, что-то... Так все вкусно. Я вот печеночный пирог доела, такой вкусный был. Да? Да, отрежешь мне утки чуть-чуть сюда? Поем. Давай. А это ты мне косточки ложил, да, сюда? Так что все было вкусно, все понравилось. Я что-то не могу открыть. Это мне София, конфетки хочет. Это мои? Да. Это мне Ася дарила. Я хочу попробовать. А может я посмотрю, что... А, и тут конфеты, да? Угу. Ну, так, все. Ой, это такой... Сердечки. Так, хочу всех поблагодарить за поздравления. Я сегодня читала, очень приятно. Столько много написали добрых комментариев. Спасибо вам большое. Так, стараюсь каждому ответить, все прочитала. Вот, новое видео выставила. Еще не отвечала на комментарии. Сейчас буду заниматься, монтировать видео с дня рождения. Я его начала делать. Тут сестра позвонила, зашла, я говорю, ну заходи. Так мы посидели немножко, поугощала, тортик поели. Торт, кстати, вкусный получился. Остатки из барского стола, да? Мама, вкусный будешь? Я утку ем, утка вкуснее. Ну что, Женя, на Новый год утку будем в пиве готовить? Не знаю, рискованно, чтобы как своего не получилось. Ну, попробуем. Ну, не знаю, что-то. Ну, я же, я не в восторге. От айвы, да? От айвы, да. Что-то как-то... Айва дала такую кислоту, кислинку, вот, сладости чуть-чуть внутри вот не хватает. Не хватает, да? Кислот... Что так вкусно? Сейчас кофе заварим. С Нелли тоже кофе попили, заваривали. Женя не пил еще, да? Нет. Сейчас заварим кофе, попьем. Вот хребет у них такой, как бы. Да, он такой есть. Это шея. Хочу попробовать. После конфеты? София, когда все ешь, то конфеты, то утка. Конфеты утку закусываем конфетой или конфеты? Конфеты уткой. Угу. Так, будем кофе пить. Вот такая вот кофеварочка у нас. Элла с Пашей нам подарили. Уже тут что-то кляпнуло. Ой. Так, Жень, давай, я приготовила водичку. Наливаем. Смотри, подвигай ближе ее сюда, я буду уже... Ты будешь сидеть. Вот тут такое вот мерное вот деление. Сколько чашечек надо. Смотри, мы будем пить... Сюда? Да, водичку. Ну, я вот сюда лила. А, угу. Смотри, вот здесь есть вот такой вот стаканчик. Можно, ну, вот эта сеточка. Сеточка. Можно здесь заваривать. Можно, но это мыть потом. А вот Элла мне... А, вот они. Фильтры вот такие подарила. Она мне еще раньше подарила фильтры, а потом кофеварку подарила. Элла тоже пользуется такими. Одноразовые, в общем. В упаковке 100 штук. В общем, 100 раз кофе попить. Но это чашек можно хоть сколько. 9 наливает. А 2... Смотри, Элла сказала, это все для маленьких чашечек. А мы делаем больше. Вот на так, 3. На 2? Да. Или еще больше? Ну, хватит. Нам давай хватит. Чуть-чуть. Ну, давай вот так. Угу. Есть. Набрали водичку вот сюда, залили. С учетом того, что этот самый... Вставляй молоко, пакетик. Молоко, давай чуть-чуть. Покажу, как пакетик вставлять. Да, я могу. Что думаешь? Ты знаешь, как? Не просто так вставить. Вот тут, наверное, зажимается. Да, ты вставляешь. И там есть такой вот маленький... Видишь? Подожди, подожди. Смотри, вот. Ты его придавливаешь? Нет, да? Придавливаешь ты. Вот видишь, я же тебе говорю, ты неправильно вставил. Вот видишь, вот этот. Ну и что? Вот сюда, и ручкой ты должен придавить. Вот, вот, вот так, да. Подожди, подожди. Вот так, вот так. Давай я сделаю. Я уже и сделал. Раз. Да. Засыпай. Ты с молоком будешь пить или просто? Ну да.
Ну, вообще, вот это три ложки, это на три чашки. На три чашки? Да. Может, тогда... Да ложи, покрепче будет. Еще надо почитать... Ты же еще будешь выставлять же вот, крепость. Я не узнавала. Не смотри, ты читал инструкцию, да? Ну, там с этот, обычный, потом средний. Можно регулировать уровень крепости кофе. Что, туда я что? Все, давай уберу. Так, дальше что делаем? Ой, Жень, кофе рассыпал. Ну, так вот. Давай уберешь. Так, дальше. Воды залили. Закрываем, да? Да, закрывай. Сдвигай. Она, на видишь, как хорошо, да, под мультиварку подходит? Очень. Очень. Очень, прям очень. Так, теперь так. Нажимай. Да. Раз, еще раз нажимай. Подожди, надо же выставить сначала это. Что ты будешь его устанавливать? Крепость. Где она установлена? Вот она. Это что? Кнопка мода. Первая. Вот, это первая, это самый легкий. Это средней крепости, и это максимальный. Давай второй. Мы первый пили, было слабоватый мне. М? Ты будешь сильный, крепкий, да, заваривать? Да, попробуем крепкий. Ну хочешь, давай не крепкий, давай тогда. Раз, два, вот. Да. Давай. И все, и ждем. А, там, кстати, кофе мы с Нелли варили, капелька осталась. А чего ж ты ничего не сказала? Я забыла. Не трогай, пусть стоит уже. Вот такая у нас кофеварочка. О, зашумела. Да. Сколько по времени оно? Оно? Угу. А я не засекала. Это время... Ну, примерно. Ты что, оно же не за секунду стимешь? Нет, не за секунду. Вот, все, начало капать, видишь? Я не засекала время. Вот мы включили, было 12.05, сейчас 12.06. Булькает, булькает. Теперь будем по утрам пить кофе, да? Класс. Варим кофе. Любуемся цветочками. Я цветы на ночь поставила на балкон, там прохладно, чтобы они подольше постояли. Розочки, правда, были выше намного, но они в пакете были, пленочка. Ваза низковата, неудобно. Я думаю, я подрежу им. Так, подрезала и красивенько, да? И сняла пакетик. Спасибо всем за подарки. За букетики. Красивый, Женя, ты собрал мне букет. Очень. Он такой большой. Старался? Конечно. Молодец. Я просто что... Выбор не сильно, как бы. Если было бы чего выбрать, можно было бы еще, мне кажется, интересно. Красиво, красиво. Забабахать. Любуемся. Микуська подходит, тут веточку пробует на зуб, да? Вот у Софии, видишь, как вот тоже комбинированные розочки. Тоже похоже. У нее вот это розочки, маленькие, да, кустовые розочки, вот, красивые. Вот, а там не было. Я хотел, думал, тоже розочки. А вот смотри, это орхидея. Да, это орхидея. Орхидея. Угу. А я с вами попрощаюсь на сегодня. Еще раз всем большое спасибо за поздравления. Очень приятно. Спасибо, спасибо вам. Цветочками полюбуюсь. Да, буду монтировать видео. Все, пока-пока. До побачення.